Всем привет! Сегодня вот у меня обзорчик такой будет. Мост. Вот. В общем, это вот мост пришел, который с посылки. Дима Заря мне прислал мостик. Вот, он сделал своими собственными руками. Вот такой вот мост. Я ему вот добавил стойки пока вот временно. И вот он выглядит вот так. Мост очень супер классный, мне очень нравится. И вот я тоже подсоединил, локомотив там бегает у меня. Рассмотрим полностью мост. Сейчас я его отключу. Вот мост как выглядит полностью. Вот так вот мостик. Я рельсу проложил ему. Это пока временно. Я вот сделал стоечки. Не болтается. Вот с одной стороны, сверху. Вот так вот мост выглядит. Вот подключение я сделал. Вот с другой стороны мост. Человек делает своими руками, очень классно, мне очень нравится. Вот, вот изнутри просто. Мост у нас. Сейчас мы его подключим опять. Немножко локомотивчик туда-сюда погоняем. Смотрится мост обалденно, мне очень нравится. Вот такой симпатяга. Сейчас мы туда Машечку засунем. Машку я еще пока не доделал. Вот так это выглядит. Зато свет горит. У Машки. Thank you.
Ну, наверное, на этом все. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения, по возможности я отвечу. А так обращайтесь, Дмитрий Заря делает вот эти мосты. Мне очень нравится. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.